крутим на одну сторону. Вот мы надели 5 бусинок с одной стороны и с другой. Теперь берем большую и нанизываем ее на 2 лески. И соединяем наш браслетик, да? Ну да. Теперь мы протягиваем. Вот что у нас получилось. Кого ты забыла, Анель? Что ты делаешь сейчас, дочь? Что ты будешь делать? А что там делает маленькая Амина? Делаю браслет. У меня получился браслет. Такой вот. Угу. Продолжаем плести дальше? Да. Анель, ты пошла в этом году в первый класс. Ну, конечно. Уже пятерки ношу в рюкзаке. Пятерки в рюкзаке? Да вам же оценки еще не ставят, дочь. Ну, ничего. Но уже хочется, да? Да. Нравится учиться? Да. Столько можно узнать много. Амина. Угу. Красота. Неописуемая. Там слов больше нет. А у Амины какая красота. Угу. Ужас. Неописуемая красота, ты только мне скажешь. Угу. Девчонки заняты делом. Что там, Амина, бусинки убегают от тебя? Ой, какая красота у Амины, уже прям бусы целые. Целые бусы получились. Померить надо уже? Да. Ты же еще не доплела, уже надо мерить. А уже вот так надо померить? Давай мама поможет. Ой, как красиво, с ума можно сойти. Вот это бусы Амина наплела. Не бусы, а браслет. Браслет? Вы думали, что это бусы, а это, оказывается, браслет у Амины. Угу. Что Анеля моя считает? Бусинок. Сколько должно быть на одной ниточке бусинок? 5. А на другой? Тоже 5. Потом соединяем одной большой? Да. Давай померим. Какая красота у нас получается? Угу. Будем плести дальше? Да. Что тут делает наша малышка? Амина, так ты плетешь бусы или браслет? Браслет. Уже браслет? Ты же говорила, бусы будем плести. Я говорила, браслет. Браслет. Раз, два, три. Мамочка, что ты считаешь, если ты не умеешь? 4, 5. Уже 7 больших бусинок. А сколько должно быть бусинок больших? 7. 7?
Еще будешь плести дальше? Маминой работницы стараются плетут. Ой, как красиво у Амины получилось. Какой браслет. Нелюша моя продолжает работать. А потом на дискотеку пойдете, девчонки? Да. С мамой. С мамой пойдете? А мама зачем на дискотеке нужна? На дискотеку, там будет большая туса. Кто будет? Туса. Какая еще туса? Тусовка будет. Тусовка, массовка. И что вы там делать будете на дискотеке? Танцевать. Вы умеете танцевать? Да. А мама будет зажигать треки. Мама будет зажигать треки? Да. Потом после дискотеки пойдем в зоопарк. Так зоопарк после дискотеки ночью не работает. Ну, пойдем раньше. Раньше пойдем? Так может сначала в зоопарк, а потом на дискотеку? Ну, может так. Ну да. Только что, Амина? Только смотри, не шути. О чем шутить? Сегодня пойдем на дискотеку и зоопарк. Угу. А на дискотеке что там будет? Будем танцевать и зажигать дрейки. Какие дрейки? Трейки, а не дрейки. Вот так и дрейки. Мы закончили плести, и вот что у нас получилось. Красота? Нет, и самое. Все, теперь на дискотеку одеваться побежим? Да. Ну давайте, бегите. Пока. Пока. Все, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Мы побеждали на дискотеку, а то мы сейчас опоздаем. Нет, ну я